Всем привет, дорогие друзья! Сегодня постараюсь вам показать, как устанавливать пленку на планшет в 2024 году на примере Lenovo Tab Pro 2 2022 года. Пленочка, соответственно, приехала вот такая. Вообще, тема пленок – это очень интересная штука. Сейчас, ну, скажем так, не угасает тренд, но набирает свои вновь открывшиеся обороты. Давайте смотреть. Мы начинаем. Поехали! Вот так вот поставил камеру телефона, потому что, в принципе, снимать на фотоаппарат, наверное, смысла нет. Давайте посмотрим, что за пленочка. Вот такая вот приехала интересная. Естественно, с интернет-площадок в виде Wildberries, Ozon, на всякий случай. Если кто будет искать, я всегда люблю матовые пленки, без разницы, на телефон или планшет. Поэтому здесь написано Pepperlink. Pepperlink означает, что это пленочка матовая. Я на всякий случай приготовил свои инструменты по наклейке пленки, но хочу отметить комплектацию. У нас есть ригель, он же шпатель для больших размеров, то есть, в принципе, хватает для планшета диагональю 11,2 дюйма. Также у нас в комплекте есть инструкция по применению, как это все делается. Обязательно ознакомьтесь или посмотрите данное видео. У нас есть визиточка, подарок, шторка для камеры. Кому-то она нужна, кому-то не нужна. В комплекте стикеры. И я думаю, что здесь давайте посмотрим, один откроем. Здесь, скорее всего, да, тряпочка очень маленькая, набор стикеров и спиртовая салфетка. Их таких, повторюсь, две штуки. В моем случае я заказывал набор из двух, соответственно, и мне прислали две штуки. Две штуки должны подходить под этот планшет. Давайте приступать к установке. В первую очередь мы открепляем пленочку от подложечки. Обязательно обращаем внимание на то, чтобы это произошло аккуратно. Также у нас существует технологическое отверстие под камеру. Мы его сейчас аккуратненько снимем. Снять можно пинцетиком. Для того, чтобы все технологические штуки снимаются до начала работы, чтобы у нас эта пленочка, соответственно, не приклеилась к планшету. Так, все мы сняли с вами. И тут существует несколько лайфхаков. Сейчас пока в сторонку, потому что даже китайцы, вчера смотрел обзор от китайцев-профессионалов, у нас существует вот такая штука с тремя стикерами. В первую очередь мы наклеиваем первый стикер. Это первая клеевая основа. Первый стикер мы наклеиваем на один угол. Второй стикер мы наклеиваем на другой угол, потому что когда вы прислоните пленку к планшету, вам будет сложно подобраться к углу и зацепить его так, чтобы не повредить один из слоев пленки. Поэтому второй стикер мы наклеиваем вот сюда и приступаем к зачистке дисплея. Так, продолжим. Отвлекали меня пару-тройку часов. Значит, после того, как мы проделали предыдущие этапы подготовки, мы протираем либо входящий в комплект спиртовой салфеткой, либо непосредственно своей спиртовой салфеткой. Обезжириваем поверхность планшета. Рядом со мной, как вы можете видеть, работает так называемый увлажнитель воздуха для того, чтобы это все дело увлажнялось и непосредственно
Для чего нам нужны эти штуки? Для того, чтобы потом в процессе установки мы смогли снять, точнее, отодвинуть одну из двух сторон. Поочередно сначала одну, потом другую. Далее мы примеряем пленочку согласно технологическим отверстиям. Вот так это все дело позиционируется. Смотрим отступы по краям. Они меня не устраивают. Вот видите, для чего нужно? То есть мы поднимаем. Мне не нравится, как оно устанавливается. У нас приблизительно плюс-минус одинаковые отступы. Надо еще. Мне не нравится. Хотелось бы просто максимально до сих пор мне не нравится. Чуть-чуть поднимаемся наверх и смещаемся влево, влево-справа. Итак, ну вот, наверное, самая идеальная позиция. У нас слева и справа плюс-минус одинаково. Мы убираем лишнюю пыль по бокам, которая могла статически прилипнуть. Берем шпатель по-русски, ракель по-нерусски, вот эту штуку. Поднимаем. Еще раз всевозможно. Здесь хотелось бы сказать, что можно использовать вот эту штуку. Держим планшет и ведем шпателем сначала посередине, потом один из углов, потом второй угол и, соответственно, устанавливаем пленочку на экран. Вот для чего нам нужен был непосредственно вот этот вот, потому что если бы мы все это дело делали, сейчас еще можно какие-то моменты убрать, выгнать пузыречки, вот это еще защитный слой, приглаживаем это в сторону, приглаживаем один угол, другой угол. Выгоняем пузырьки. Любая пленка воздухопроницаемая. Мелкие пузырьки, они как бы должны сойти через 24 часа. Любой гидрогель, полиуретан, он усадку дает в течение 24 часов. И то же самое производим с обратной стороны. Сначала поднимаем, вот видите, я за эту штуку могу безопасно это дело все делаем какие-то последние протирки. Берем шпатель в руку.
и ведем сначала бок, потом угол. Вот тут пузырек забрался, но в принципе я думаю, что ничего страшного. Вместе склейки, то есть вот в этом месте обязательно мы приглаживаем максимально со всех сторон. Очень аккуратно имейте в виду, то есть с усилием, но вот тут я вижу, уже будет один пузырь, с ним ничего не сделать. То есть пока у меня не снят защитный слой, я могу его разглаживать. Потом я могу уже повредить непосредственно саму пленку. Все, что я мог пригладить, пригладил. Вот так вот это все получилось. Последний, третий стикер нужен нам для того, чтобы подцепить часть пленки, верхний слой защитный, и непосредственно снять и получить вот такой вот нюансик. Так, у нас шпателем мы уже это делать не будем. Но у нас есть результат. По краешку я сейчас здесь у нас это все выветрится. Этот пузырек я сейчас выгоню. Вот он. И у нас получается вот такой вот матовый экранчик. У меня есть два вопроса по двум пузырям, по вот этим вот, но надеюсь, через сутки они, соответственно, исчезнут. Вот такой был краткий экскурс с одним из лайфхаков, потому что я, еще раз повторюсь, смотрел китайцев, либо они очень сильно спешили и не сделали закреп на стикеры, которые сами, в принципе, дают в комплекте, либо просто не знают о нем, потому что подцеплять слои, заведомо не прицепив стикеры, это, ну, мне кажется, будет ошибка. Итак, дорогие друзья, спустя сутки, как я и говорил вам, ни линии посерединке у нас нету, ни, соответственно, пузырька в правом углу, ни по периметру. Если сделать все правильно, посмотрите, какие ровные отступы. Сейчас на процессе монтажа я очень много вырезал, где я четко примеряюсь. И в итоге получилось вот такое. Если следовать этой инструкции с этого видео, то получится установить пленку даже на такой большой планшет качественно и без пузырей. Спасибо, друзья, за просмотр. Вот такая вот инструкция в 2024 году, как наклеить защитную пленку, глянцевую, матовую, любую, на планшет, на ваш планшет. Спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал. Ставь колокольчик, если смотрели на YouTube. Мы совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока. А, и старая добрая традиция. Если досмотрел до конца, пиши Дональд Дак.